мясо, лук, морковь, перец с чесночными стрелками, болгарский перец. Все это мелко режете. И вот, в принципе, из этого мы будем готовить. Нам потребуется соль, нам потребуется хлопья красного острого перца, соевый соус, оливковое масло. И, конечно, нам потребуется паста. Вот паста, можете брать любую. Хотите длинную лапшу, хотите спиральками, какую угодно. Но это вот то, с чем мы будем есть. Это похоже где-то на дунганскую лапшу, но не совсем.